Но неприятная, конечно, правда в том, что влага защитой кожаную обувь от влаги не защитишь, потому что она может плохо на нее повлиять. Что делать тогда? Воск. Мы сейчас будем его наносить. Все очень просто. Наносим воск на сухую и чистую поверхность кожи и даем ему подсохнуть минут 15. Затем можно отполировать щеточкой или бархаткой.